когда там помогут, он назывался DVD, Environment Modeling for Production. Какой-то чувак, не помню его имя, но он из бюро какой-то там. И, по сути, он делал там сцену с какой-то улицей. Ну, конечно, просто, например, хорошо, он не показывает там лоу-поли или как-то сделать для конкретной, оптимизированной для конкретной игры. Но, например, у него какие-то интересные скрипты он использует, или это просто его способ работы, скажем, с тем же editable poly в Max, да, или как он там делает текстуры, они все равно пригождаются. То есть, просто скажем,